Добрый вечер всем! Сегодня мы выясним, чем любят заниматься новосибирцы вечером, какие немецкие фильмы они смотрят, поют ли они в душе и в какой позе они засыпают. Любите заниматься вечером? Дома сидеть, работать. Любите петь в душе? Нет. Нет? Я слышала, как люди фальшивят, а у меня высшее музыкальное образование, мне это не понравилось. А в какой позе вы любите засыпать? На животе. На животе? Да. Всем рекомендуете? Да. Хорошо. Кино вы любите смотреть? По телевизору. А какое немецкое кино вы смотрели последний раз? Сказочное. Да, потому что правда – это нехорошо. Натурализм – это нехорошо. А вы любите петь в душе? Да. А скажите, что лучше всего поется в душе? Какие песни? Знаете, какие песни, такие, знаете, про любовь, такие, знаете, такие, это, знаете, как сказать, вот, как вот его объяснить-то, раз, ну, такие вот мелодичные, такие старые песни, не современные, вот старые песни, вот. А не напоете? Нет, я петь не умею. Скажите, пожалуйста, а чем вы любите заниматься вечером? Как? Чем вы любите заниматься вечером? Газеты читать, музыку тоже. Не знаю, давно. А какое это было кино? Давно, я не помню вообще, но я... Было дело, да. Я кино смотрел немецкое, по-моему, назывался «Суп». Что-то из осеннего молока. Такое немецкое. Там немец на войне воевал, там женщину любил. А эта женщина жила с матерью этого немца. Очень интересный фильм. В какой позе лучше всего засыпать? Кому как, не знаю. Кто на боку, кто на спине, кто. Чем вы любите заниматься вечером? Отдыхать, если есть такая возможность. А вы любите петь в душе? Да. А какие песни вы любите петь? Какие-нибудь заграничные, американские. Заграничные? Да. А соседям нравится ваше творчество? Мне кажется, они не слышат. Да ладно, Стас Михайлова напоет. Я знаю просто. Заниматься вечером? Телевизор. А в какой позе лучше всего засыпать? Я на боку. Любите петь в душе? Что? Петь в душе. Так сказать. Не знаю тоже. Вы никогда не пели? Нет. А честно? Не могу сказать. А какое последнее немецкое кино, которое вы смотрели? Я даже не вспомню. Это... Любите заниматься вечером? Понимаете, ребятишки, мы это самое в таком возрасте, мы устаем. Я, допустим, да, вот устаю. Я прихожу домой, убрала в комнате, помылась, покушала и ложусь отдыхать. Честно сказать. В какой позе вы больше любите засыпать? Засыпать на спине. На спине. Это как-то на что-то влияет, там, чакры какие-то? Не знаю, у меня ничего не влияет. Привык, ложусь на спине и... Хорошо. Спасибо вам. Чем вы любите заниматься вечером? С работы готовить хуже, чем заниматься ребенком сидеть. Чем гулять, чем мы любим заниматься, семейная жизнь, чем мы любим заниматься. Фильмы любите смотреть? Старые. Старые? А немецкое кино какое-нибудь смотрели? Недавно нет. А давно? Ну, давно когда-то, да. Не вспомните название фильма? Нет. Ванну принимать или в душе мыться? Взять ванну, естественно. Ванну? В душе... Не любитель. Мне в ванной отдохнуть, полежать, помыться, все. А лучше в бане. Тоже нет. А что приятнее, принимать ванну или принимать душ? Ходить в баню. В баню, да? Да, в баню. В какой позе вы любите засыпать? На правом боку, на поджав правом. Одну ногу под себя. А квас у вас вкусный?